И начнем выпуск с новостей из Ак-Орды. В производстве находится 2988 уголовных дел, связанных с январскими событиями. Обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Об этом доложил президенту министр внутренних дел. Марат Ахмеджанов также рассказал о мерах по совершенствованию деятельности органов правопорядка. В частности, по пересмотру системы оценки работы полиции, дебюрократизации, оптимизации процесса досудебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан. По итогам встречи президент дал Ахмеджанову ряд поручений.